Вот он, обычный хоккейный матч. Мытищинский «Атлант» принимает дома рижское «Динамо». Радость для подмосковных болельщиков, накануне выходные, и можно с удовольствием сходить на хоккей. Эта игра богата на голы. 5 заброшенных шайб в ворота рижан и всего лишь 2, пропущенные новичком «Атланта» Антоном Худобиным. Рижское «Динамо» изо всех сил пытается отыграться, но фортуна в этот день не на их стороне. Вы все это видите на своих телеэкранах. Эмоции, потасовки, повторы голов. А вот как это видим мы, творческая и техническая группа КХЛ ТВ. Выходит в атаку, не так это часто во втором периоде мы видим. Бросок! Ой-ой-ой, какой рикошет! Три движения на флаг, три. УС один самый, мозга внимания. Нет, будет. Андрей Юртаев сможет поговорить с кем-то из зрителей. Внимание. 11 в эфире. Да, Олег, спасибо. Это Игорь Игнатушкин, нападающий «Атланта». Десятка, во время брейка сразу бьете шот. Вышел на два. 12 камер, 16 интершумовых микрофонов, около 40 человек. Все это трансляция матча. В течение 3 лет коллектив КХЛ ТВ с каждым днем совершенствовался в области производства хоккейных телевизионных трансляций. И с каждым матчем наши специалисты стараются показать что-то новое телезрителю. По сравнению там, с прошлыми годами увеличилось там, применение суперслоу камер. Да. Какое-то некое графическое оформление стало более автоматизировано, да, то есть как бы не сидят там уже просто графисты на стадионах, да, считают вручную там то, что видел, там, то есть это подключение ко всяким базам данных и прочего, да. Во-первых, этот вид спорта надо любить и главное понимать, да, то есть нельзя просто прийти и снять хоккей. Да, может быть это получится нормально, но зритель не ловит нити игры какой-то, интриги и прочего. Да? Во-первых, я же говорю, главное, чтобы показать не просто спорт, но и некую эмоцию в хоккее. Да? Там, некие противостояния, да? Там, эмоцию, когда человек не забил, а его команда из-за этого проиграла. Да? Главное, чтобы вся творческая бригада, она, во-первых, понимала хоккей, понимала его нить игры, знала людей, потому что когда для оператора и повторщик это 22, это в футболе, а в хоккее еще больше незнакомых лиц, которые просто бегают, то ничего путного не получится. Вот. Поэтому творческий подход – это, прежде всего, знание материала, а именно хоккей. Традиционно считается, что главное – это результат. Творческая и техническая группа КХЛ ТВ всегда придерживается этого принципа. Для нас результат – это интересная, красивая трансляция матча вашей любимой команды. Наша работа – удобно посадить вас дома или в спортбаре перед телеэкраном, чтобы вы, дорогие болельщики, с интересом посмотрели весь матч от первой до последней минуты, увидели каждый яркий момент и повторы. Наша работа – это ваше удовольствие. Мотор 3. Три из клуба. Попытка номер 2. Три движения. Оп, молодец. Оп, один. Все, зачет.